Какой бы вы вопрос задали главе региона? Про цены бы задала вопрос. Это ужас ведь что-то, что творится. Какие цены? Хлеб на 5 рублей. Это уму непостижимо. Почему деньги в магазине растут, а зарплата нет? Так-то нормальный губернатор. Я считаю как, если человека не видно, не слышно, а дела идут, значит хорошо. У нас дистанционное обучение, мне кажется, это самое непонятное, что я бы не хотел учиться дистанционно. Все мысли только о ковиде, то есть какие меры ему кажутся наиболее эффективными и когда эта ситуация будет разрешена. Сделайте так, чтобы у нас не было этого негатива в жизни, и все. И если вы нам с этим поможете, то мы будем вам очень сильно благодарны.